Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Актуальность изучения биопсихосоциального подхода в реабилитации больных операбельным раком молочной железы не вызывает сомнений, поскольку в 66% случаев диагностируется именно ранний рак молочной железы. Важным является излечение больных ранним раком молочной железы при условии сохранения максимального качества жизни пациентов. Более 60% больных в ходе лечения сообщают о возникновении функциональных нарушений. Имеет место недостаточная изученность теоретических и практических аспектов биопсихосоциального подхода в реабилитации пациентам ранним раком молочной железы. Доказано, что проведение физической реабилитации у больных раком молочной железы позволяет статистически значимо снизить риск рецидива основного заболевания и смерти. И важным является повышение эффективности реабилитационного процесса больных ранним раком молочной железы с учетом научно обоснованных и апробированных рекомендаций. Целью исследования является повышение эффективности лечения и реабилитации больных операбельным раком молочной железы. Исходя из цели, сформированы следующие задачи исследования. Это оценка потребности в реабилитации больных ранним раком молочной железы с точки зрения биопсихосоциального подхода, разработать диагностический инструментарий для выявления функциональных нарушений у больных ранним раком молочной железы в ходе лечения, определить детерминанты динамики качества жизни больных в зависимости от этапа лечения и оценить бессобытийную выживаемость больных ранним раком молочной железы. Научная новизна работы состоит в том, что впервые в онкологической практике показана значимость включения биопсихосоциальной модели реабилитации для улучшения качества жизни и результатов лечения больных раком молочной железы. Показана необходимость осуществления реабилитационных мероприятий мультидисциплинарной командой специалистов на всех этапах лечения и показано, что использование международной классификации функционирования приводит к более целостной оценке пациентов и позволяет составить индивидуальный реабилитационный план и оценить результаты онкологической помощи на различных этапах лечения. В исследование включены 228 пациентов ранним раком молочной железы. Пациенты разделены на две группы. Основная группа получала реабилитацию в рамках биопсихосоциальной модели и включала 114 пациентов. Контрольная группа включала 114 также пациентов и получала реабилитацию по назначению врача. И пациенты были подобраны ретроспективно по методике случай-контроль. Все пациенты были стратифицированы на подгруппы в зависимости от наличия химиотерапии в предоперационном режиме. Все пациенты были сопоставимы по стадии заболевания биологическому подтипу опухоли и объему оперативного лечения. Пациенты основной группы получали реабилитационные мероприятия в рамках биопсихосоциальной модели, начиная с предоперационного этапа, в раннем послеоперационном периоде, в первые-третьи сутки после операции, в отсроченном послеоперационном периоде, четвертые-седьмые сутки и на амбулаторном этапе. Все реабилитационные мероприятия осуществлялись мультидисциплинарной командой специалистов, которая включала врача-онколога, инструктора ЛФК, клинического психолога и других специалистов. В зависимости от уровней функционирования были подобраны шкалы и домены МКФ для изучения нарушения функционирования. Биологическому уровню функционирования соответствовали шкалы визуально-аналоговая шкала боли, биологический подтип опухоли, объем оперативного лечения, шкала выраженности одышки, астенического состояния и... Психологическому уровню функционирования соответствовала шкала дистресса, социальному уровню функционирования подобрана шкала функциональной независимости, и ко всем вышеуказанным шкалам подобраны домены МКФ. При оценке потребности физической реабилитации мы наблюдаем, что пациенты основной подгруппы, которые получали реабилитационные мероприятия в рамках биопсихосоциальной модели, демонстрируют повышение потребности в реабилитации, начиная с послеоперационного периода. Однако далее подгруппы разделяются, и пациенты, которые получали реабилитацию, демонстрируют более низкую потребность в физической реабилитации, нежели пациенты контрольной подгруппы, которые получали реабилитацию по назначению врача. При оценке
оценки потребности психологической реабилитации, мы видим, что максимальная потребность наблюдается в предоперационном периоде, и начиная с послеоперационного периода потребность в реабилитации снижается, и также у больных основной подгруппы наблюдаются более высокие показатели функционирования, нежели у пациентов контрольной группы, которые получали реабилитацию по назначению врача. Потребность в социальной реабилитации также возрастает в послеоперационном периоде, и к 6 и 12 месяцу снижается у пациентов основной подгруппы и остается на достаточно высоком уровне у пациентов контрольной подгруппы, и на максимальное значение наблюдается спустя 12 месяцев после операции. Таким образом, оценка потребностей в реабилитационных мероприятиях во всех подгруппах повышается в послеоперационном периоде и сохраняется в течение 12 месяцев. Однако больные, которые получали реабилитацию в рамках биопсихосоциальной модели, отмечали снижение потребности в реабилитации к 6 месяцу, и к 12 потребности не превышали средние показатели. При оценке общего качества жизни пациентов мы видим, что пациенты основной подгруппы также показывают более высокие показатели качества жизни, нежели больные контрольной подгруппы в предоперационном периоде через 6 месяцев и через 12 месяцев. И в предоперационном периоде наблюдаются психологические и физические ограничения функционирования, тогда как, начиная с послеоперационного периода и в течение последующего времени, к выявленным нарушениям присоединяется социальное функционирование. Была произведена оценка двухлетней бессобытийной выживаемости, где событием считалось прогрессирование основного заболевания, обострение сопутствующей патологии или возникновение второго онкологического заболевания. И мы также видим, что пациенты основной группы, которые получали реабилитацию в рамках биопсихосоциального модели, статистически значимо показывают лучшие результаты бессобытийной выживаемости, нежели больные контрольной подгруппы. И медиана выживаемости составляет 18 месяцев против 14. В зависимости от возраста также была оценена бессобытийная выживаемость, и пациенты основной подгруппы демонстрируют в молодом возрасте также лучшие показатели выживаемости бессобытийной, нежели пациенты контрольной группы, 13 против 8 месяцев. Бессобытийная выживаемость у пациентов средней возрастной категории 45-60 лет также лучше в основной группе больных и составляет 14 месяцев против 10 месяцев. И в старшей возрастной группе 9 месяцев в основной подгруппе против 6 месяцев контрольной подгруппы. При многофакторном анализе бессобытийной выживаемости ключевыми факторами, которые оказывали влияние на возникновение событий, являлись менопаузальный статус, возрастная группа старшая и наличие предоперационной химиотерапии. Таким образом, реализация реабилитации в рамках биопсихосоциальной модели снижает потребность в реабилитации, и в основной подгруппе пациентов мы наблюдаем лучшие показатели функционирования, и, начиная с послеоперационного периода и в течение дальнейшего времени, через 6 и 12 месяцев. Выявлена взаимосвязь между доменами МКФ и используемыми диагностическими шкалами, что позволяет сделать вывод о применимости международной классификации функционирования в оценке функционирования больных ранним раком молочной железы. Выявлены детерминанты динамики качества жизни больных ранним раком молочной железы на различных этапах лечения. И доказано, что реабилитационные мероприятия в рамках биопсихосоциальной модели улучшают показатели бессобытийной выживаемости в группе больных ранним раком молочной железы. И при многофакторном анализе ключевое влияние на бессобытийную выживаемость оказывала неоадъювантная химиотерапия, возраст больных и менопаузальный статус. Среди практических рекомендаций хотелось бы отметить, что выполнение реабилитационных мероприятий необходимо осуществлять в рамках биопсихосоциальной модели. Планирование реабилитации необходимо начинать на этапе постановки диагноза, и реабилитационные мероприятия должны осуществляться мультидисциплинарной командой специалистов, включающей как минимум врача-онколога, реабилитолога, психолога и специалиста ЛФК. У меня все.